Мы рассматривали закольцовки для серийности ударов. То же самое мы можем рассматривать закольцовку работы корпуса для того, чтобы защищаться и быстро переходить в контратаку. Потому что стандартно раз, два, мы имеем точку, чуть-чуть задержку и потом уже вложение. Рассмотрим, как эту точку проскочить. Классический вариант — это солнышко Демпси. Когда мы стоим, делаем рывок и сразу же переходим. То есть защитное действие у нас уже является зарядкой замаха и завершаем боковым. Что в одну, что в другую сторону. Если мы работаем фронтально относительно противника, также мы можем делать следующее действие. Либо уходим назад, вниз и на подъеме наносим, например, апперкот, либо прямой, либо наоборот, уходим вниз, назад и наносим прямой удар. Раз, бум. То есть можно оттяжка и ударить. Но для того, чтобы упредить его на полтакта, мы не зависаем. Раз, и когда он возвращается, мы наносим вариант. Еще раз. Вот по такому обратному кольцу у нас идет движение. Во втором варианте мы уходим назад и возвращаемся. То есть теперь кольцо наоборот. Вот такое. Итак, мы это можем использовать как для защиты, то есть защита, контратака, так и для собственной атаки. Мы на пух и вошли. И вошли. Еще раз. Фронтальное. Кольцо в одну сторону, в другую. Кольцо вперед. И через низ вперед. Это работа корпуса. При желании мы к этому добавляем, опять же, и действия руками. К примеру, я ухожу вниз, сбивая руки и наношу удар. Либо наоборот, подбив и вход. Здесь уже можно искать самостоятельно или подсмотреть в традиционных китайских системах. Пробуйте.